Томат бернский крупный. Чем так популярен сорт? Этот томат успешно выращивают как в теплице, так и в открытом грунте. Все зависит от ваших климатических условий. Достоинств у сорта много. Это и особенности плодов, и неприхотливость выращивания. А главное, низкий тип куста сочетается с крупноплодностью и отличными вкусовыми качествами. Как и любой томат, этот сорт лучше выращивать через рассаду. Бернский не любит тесноты, и хоть сорт и не превышает 1 метра, все-таки ему требуется подвязка к опорам. Вырастает томат стойким болезням, урожайным и выносливым. Сибирские селекционеры хорошо постарались. Бернский очень рано начинает отдавать урожай, отлично переносит ветреную и дождливую погоду, а также перепады температуры в конце лета. И, конечно же, внимание привлекают его плоды – крупные, плоско-округлой формы, которые могут достигать 700 грамм и при этом не трескаться. Созревая, плоды становятся ярко-красного цвета. Мякоть томата сочная и мясистая, со сладким вкусом. Поэтому, приготовив сок, кетчуп, пасту и так далее, вы будете довольны не только цветом, но и вкусом с удивительным ароматом. Оценив этот сорт, я решила, что сажать его стоит. Надеюсь, в этом году и вы вырастите бернский крупный, и об этом не пожалеете. Удачи вам и хороших урожаев! Если у вас есть сад или огород, или вы просто любите комнатные растения, подписывайтесь на наш канал, и вы узнаете много нового и интересного.